Лондонскому вокзалу и железнодорожной платформе Савеловская. Да. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде. Так, поедем с вами. Я буду делать видеообзор станции метро Савеловская. Да уж, очень классно был выполнен. Была выполнена станция. Ну, короче, год постройки, год открытия этой станции. 2019 года. Короче. Сейчас. Вот Савеловская. Если что, это новая станция метро. Только нафига. Так, я сюда сунулся. Вот машинисты. Ух ты, ё. Наша такая станция метро Савеловская. Да. Вот выход к Савеловскому вокзалу. Так. Ребят, с вас 3-4 лайка, потому что это реально классный видос. А вот сейчас, о, кажется, Москва едет. Или нет. Да уж. Хочу сказать подробнее, что эта станция реально сделана очень красиво. Плюс тут какая-то фигня вот эта. Ну, типа бетона. Как-то так. Вот поезд АК 81-760-761. Я, наверное, сейчас подожду поезд Москва, чтобы для вас заснять. Если вообще даст, просто у меня зарядки нет на фотке. Ух ты, ё-моё. Чё он такой шумный вообще? Короче, это станция. Так, сейчас посмотрим, где у нас Савеловский вокзал. Так, вот, типа станция Савеловская. Надо типа выйти именно тут. Идти туда. Площадь Савеловского вокзала. А вот и сам Савеловский вокзал. Как ни странно, ё-моё. Так, мы типа тут, на этой ветке метро. А вот Нижняя Масловка, улица Нижняя Масловка. 3. Вообще отлично. Ладно, посмотрим, как поезд отправляется со станции Савеловская. Вообще классно. Так, что там? Нас. Такая станция, ё-мо. И сейчас будем переходить, знаете, на как... Опа, зарядочка даже тут есть. Короче, если Москвы тут не будет, то... Ой, с Москва, если тут не будет, то... Ладно, пошлите. Вот самый прикол в том, что тут... Если здесь пойти, именно тут, по этой... По этому переходу, то можно выйти к Савеловскому вокзалу.
Что даже очень странно, как сказать, блин. Да уж. О, Бутырская улица, кстати. Короче, там было написано, если вы не заметили, там было написано, посадки нет. Повторно я не буду вам показывать. Первую. Вообще трэш. Еще переходим на станцию Савеловская. Короче, сейчас вот еще одна станция Савеловская уже. Серпуховско-Тимирязевская линия метрополитена. Да уж. Вот Савеловская. Так, куда мы сейчас уедем? Интересно. Опа. Савеловская. Что поезда нет. Сейчас мы куда-то не туда уедем. Блин, тут сзади меня только что менты были. Полиция, точнее. Лучше будет держаться как можно подальше. Как можно подальше от них, а не то я знаю, что они со мной сделают. Ну чё, обзор станции Савеловская закончена практически. И я, может быть, для вас в следующем видосе засниму перегон на поезде 81-740. Я хочу дождаться поезда. Самый прикол в том, что тут интервал не такой, ну уж, ну, средний.
Будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона.